В марте 1878 года, после открытия шестой передвижной выставки, Айрошенко заговорил Петербург. Стасов писал, что публика всякий день приходит в восхищение от айрошенковского кочегара. До появления этой картины народ в русской живописи был представлен мужицким сословием. Кочегар Айрошенко – первый заводской рабочий. И то, что именно Айрошенко привел заводского рабочего в русскую живопись, конечно, не случайно. Нечеловеческие условия труда и скудость быта заводских рабочих, таких кочегаров, были известны ему, инженеру, начальнику мастерской на патронном заводе. Читая статьи о том, как быстро освоила русская промышленность новое патронное производство, и о том, что наши гильзы теперь лучше заграничных, Айрошенко понимал, каким потом, каким напряжением сил это достигается. На заводах артиллерийского ведомства и на других тяжелых производствах рабочий день был ограничен 10 часами. И это не человеколюбие. Просто после 10 часов производительность резко падала. Кочегар у Айрошенко изображен минуты краткого отдыха, когда он, не упуская из натруженных рук кочерги, распрямился и задумчиво смотрит перед собой. Картина хороша по живописи, необычна и нова по колориту. Огонь печи падает на крепкую коренастую фигуру, изуродованную непосильным трудом, натруженные со вздувшимися венами руки. Возникает ощущение, что кочегару тесно и душно в низкой котельной. Такой эффект достигается простым композиционным приемом. За спиной персонажа, справа и слева от него, почти нет свободного пространства. За ним, перегораживая и без того узкое помещение, находятся перила. Над самой головой круглится свод. Черная тень нависла над кочегаром и точно бы придавила его. Кажется, что смотрит он прямо на зрителя. В этом взгляде очень многое, тревожащее душу. И тяжкое, мучительное раздумие, и какой-то молчаливый. Невысказанный вопрос. Картина имела широкий общественный резонанс и принесла Айрошенко всероссийскую славу. По существу, это первый прообраз индустриального рабочего в русской живописи. Кочегар будил совесть и сердца зрителей, открывая перед ними громадный труд тех, чьи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусство, в науки, предаваться мечтам и страстям. Художественный критик Прахов вспоминает: «Моя совесть зашевелилась от этого взора. Кочегар, вот кто твой кредитор, вот у кого ты в неоплатном долгу, всем твоим общественным преимуществом ты пользуешься в долг». Потрясенный Крамской писал: «Я остановился как вкопанный, и смотрю, и не могу оторваться, и не могу дать себе отчета, почему вдруг из сотни кочегаров, которых я перевидал и мимо которых проходил с полнейшей безучастностью, как проходят мимо дорожных и железнодорожных паровиков, вдруг один этот кочегар Айрошенко мог приковать мое внимание. Я давно уже не видел художественного произведения, которое волновало бы меня так глубоко. В этой картине все до мелочей смотрит на вас суровой правдой жизни».